Всем привет, с вами я, капитан Немов, Евгений Немов. Ну, так как я сейчас показываю сигарбокс гитару, я капитан Немов. Представляю вам новую свою работу, называется на руке Патель, трехструнная электросигарбокс гитара. Обратите внимание, в черном цвете, гриф темно-коричневый, сделанный, это клен крашеный. Но вот она, Рокки Патель, как гробик итальянского мафиози, смотрите. Гитара, может быть, открывается, ну, то есть отвинчиваются два винта, снимаются струны, и эта крышка открывается. Мензура здесь, как у гитар Гибсон. Гитарка, ребята.